Hi guys, we are continuous our great series of educational video about massage, anatomy, physiology, indications, contraindications, myths, and instructions. Are you ready guys? Let's go! Well guys, let's talk about the myths in the anti-cellulite massage. Myth number one. Anti-cellulite massage shall be very hard and sick. The myth that during anti-cellulite massage should occur deep and painful kneading has a long lasting relevance. The more painful, the more effective. Does not work, guys. This is evidenced by numerous studies of scientists and basic knowledge of anatomy and physiology of the body. Так о чем же говорит нам миф номер один, да, что антицеллюлитный массаж должен быть очень жестким и болезненным. Миф о том, что во время антицеллюлитного массажа должно происходить глубокое и болезненное разминание, давно потерял свою актуальность. Чем больнее, тем эффективнее, это уже давным-давно не работает. Ведь об этом свидетельствуют многочисленные исследования ученых и элементарные знания анатомии и физиологии организма. Поэтому не делайте жестко и больно вашим девчонкам. Let's go to myth number two. From the fact that I eat one cookies because there will be nothing, and one candy, well, she's small, really nothing will be. Neither a good figure, nor a thin waist, nor the elastic buttocks. Nutrition directly affects the appearance of our skin and its conditions. No massage will bring the expected effect if you do not adhere to proper rational nutrition. However, a strict restriction of oneself in the amount of food consumed does not bring results either. О чем нам говорит миф номер два? От того, что я съем одну печеньку, ведь ничего не будет. А одну конфетку, но она же маленькая. Но действительно, ничего не будет. Ни хорошей фигуры, ни тонкой талии, ни упругих ягодиц. Питание непосредственно влияет на вид нашей кожи и ее состояние. Ни один массаж не принесет ожидаемого эффекта, если не придерживаться правильного, или, как говорят, еще рационального питания. Однако, жесткое ограничение себя в количестве употребляемой пищи также не приносит результатов. Да? Рулит у нас, значит, грамотно поставленный процесс массажа, грамотно поставленная диетическая теория, согласно которой надо чередовать то обычное потребление калорий, то половинчатое к обычному. Да, есть много формул, которые можно себе, собственно, выписать и по ним посчитать свой основной обмен, и от этого уже оттолкнуться и посчитать калории, которые надо потреблять каждый собственно, день на неделю, да. Кстати говоря, еще рекомендуется один день разгрузочный, но об этом в других видео. Let's go to myth number three. Cellulite is a disease. Among physicians and masters of the aesthetics of the body, there is no consensus about what really is called cellulite. Translated from Latin, cellulitis means purulent diffusion inflammation of connective tissue. This allows medical workers to classify cellulite as a disease. But there is another word, cellulite, which from most languages translate as lymph fat deposits in the thighs, abdomen and buttocks. Therefore, cellulite is as such an understandable reference to purely aesthetics problem. Thus, in medicine and cosmetology, completed different phenomenal called cellulite, which at turn creates some confusions in the minds of consumers and salon programs. О чем нам говорит миф номер три? Целлюлит – это заболевание. И среди медиков и мастеров по эстетике тела нет ни одного, ни единого, точнее говоря, мнения о том, что действительно стоит назвать целлюлитом. Потому что в переводе с латинского «целлюлит» означает гнойное диффузное воспаление соединительной ткани. И медики этим пользуются, да, и классифицируют целлюлит в качестве как заболевание. Но существует другое слово «целлюлит», которое с большинства языков переводится как «бугристые жировые отложения на бедрах, животе и ягодицах».
Хотя, конечно, это называется правильным словом липодистрофия, которую используют сейчас умные мастера. Следовательно, целлюлит в таком понимании относится к чисто эстетической проблеме. И таким образом в медицине и косметологии целлюлитом называют абсолютно разные явления, что в свою очередь порождает некоторую путаницу в умах потребителей салонных программ, ну и соответственно их дурачат там, особенно предварительными тестами, такими как сжимание бедра, и вот у вас целлюлиты, бугорки, не ведитесь на это, осматривайте просто себя стоя и смотрите на в каком состоянии ваша кожа, как бы в состоянии стоя. Let's talk about myth number 4. During the course of anti-cellulite massage, you need to restrict fluid intake or do not drink after the massage. Another myth that does not have and physiological grounds. Drink can and should be. During the massage, especially anti-cellulite, there is an activation on the natural cleansing of the body. That is the work of Kinsey and the lymphatic system it enhances. Along with liquid, accumulated toxins are eliminated from the body. In order to strengthen the process, it is recommended to drink about 2 liters of water a day, clean and without gas. Итак, о чем же нам говорит миф номер 4? Это очень важная информация. Во время курса антицеллюлитного массажа нужно ограничить прием жидкости или не пить после массажа. Очень часто я наблюдаю такое явление, как почему-то отказываются пить во время, после массажа точнее. Во время массажа пить не надо, конечно, там булькает все. После массажа нужно пить. Категорически нужно пить. Под этим мифом нет никаких физиологических оснований. Пить можно и нужно во время массажа антицеллюлитного особенно, да? Происходит активизация естественного очищения организма, усиливается работа почек, лимфатической системы, да? В крови оказывается много токсинов, которые должны вывестись, так сказать, с водой, да? В норме вода не задерживается, даже если есть отеки, они обусловлены либо патологией, либо там сидячим образом жизни, например. Для этого, конечно, надо проделать сначала некоторые, так сказать, тесты какие-то сдать, да, анализы и обследование пройти и выявить, да, есть ли там что сердечные, почечные, обычно отеки, да. И чтобы выводить накопившиеся токсины, особенно когда мы поработали с жировой тканью, вы знаете, что это просто депо хлама. Для этого надо процесс усилять, рекомендуется выпивать около 2 литров воды в день, чистой и, соответственно, без газа. Well, guys, this is all the information that I wanted to share with you. Subscribe to my channel, share it, share my video and comment this video. It helps promote the channel and allows me to make new hot videos as you like, guys. See ya later.